Финал года. Лига достижений 2015. Была напряженная борьба. Очень важно сделать ставки на сильнейшую команду. Она знает все трюки менеджеров по обслуживанию клиентов. За ее хрупкими плечами сотни сотрудников и десятки населенных пунктов. Она Вера Гущина, региональный директор Уральской дирекции. Город Челябинск – это не только промышленная столица Южного Урала. Это город тысячи озер, реликтовых лесов и уникальных памятников архитектуры. От Уральской дирекции на финал Лиги достижений едет команда «Совы». А готовы ли они защищать на финале честь дирекции? Сегодня мы это и проверим. Сегодня мы выбрали один из офисов в городе Челябинске. Проверим, настолько ли он хорош, как об этом заявляют наши участники. Первое впечатление от офиса очень приятное. Баннер, вывеска, режимная табличка. Критерием хорошего офиса является отсутствие антипенсионерских ступенек. Их здесь всего три. За внешнее оформление офиса я ставлю плюс. Пойдемте вовнутрь. Данная команда заявляет о том, что ее в бизнес-группе все клиенты буквально облизывают с ног до головы. Сейчас мы это и проверим. Да, действительно, перчатка мокрая. Дайте мне другую. А что такое тут происходит вообще? Вы кто такая? Ребят, здесь вообще нельзя снимать, камеру убрали. Вы кто такая? Я Гущина Вера, региональный директор Уральской дирекции. На каком основании вообще съемка ведется? Быстро камеру убрали! Я имею право посещать все офисы Уральской дирекции без предупреждения! Так, ребят, быстро, вышли! Ну что, конфликтную ситуацию мы уладили быстро. Теперь давайте оценим внешний вид сотрудника. Уже сразу могу сказать, что бейдж должен находиться на левой стороне, и длина шарфика должна не превышать 25 сантиметров. Здесь я вижу 36, за шарфик я поставлю минус. Ну а теперь давайте проверим, насколько хорошо менеджеры продают финансовые продукты. Ваш платеж составит 5600 рублей. У вас будет все застраховано. Жизнь, кредит, дом, дети. Даже ваш муж будет находиться под финансовой защитой. Оформляем. Да, да. Отличная продажа. Плюс. У данной команды в каждом офисе должны быть телефонные справочники. Есть. Плюс. А теперь давайте мы проверим, с какой вы скоростью привлекается новый клиент. Время пошло. Людмила Борисовна, здравствуйте. Это Совкомбанк. Отличный результат. За 10 секунд 20 новых клиентов. Впечатляет? Плюс. Наши сотрудники отлично обучены. А теперь давайте проверим состояние самих офисов. Как видим, что сотрудники данного офиса постоянно под контролем. Проверим. Чисто, кто бы сомневался. А теперь давайте проверим пол. Тоже чисто. И за чистоту офиса я ставлю плюс. Я слышала, что поступают жалобы на громкие звуки из устройств. В руках у меня шумомер. Сейчас мы это и проверим. Уважаемый клиент. Ну что могу сказать, уровень шума немного превышает нормы, но в нашем случае это скорее плюс, чем минус. По итогам проверки я поставила больше плюсов, чем минусов. Программа «Ревизоры» рекомендует команду «Совы» к участию в финале Лиги достижений. За качество отвечаю лично. Всем участникам Лиги достижений я желаю удачи. Команда «Совы» Уральской дирекции всей душой сейчас болеет за вас и верит в победу. Ну а я лечу в Турцию проверять на соответствие качества отеля «Риксос Сангейт». Встретимся на финале!